А перед началом ролика хотел бы порекомендовать вам паблик под названием «Торгово-развлекательный центр ТФ2». Здесь вы найдете оригинальные мемы, а в будущем будут комиксы от уже известного вам комиксодела Рарата Кещяна. Также сейчас у них проходит конкурс общей стоимостью в 70 кейф, так что заходи, вступай в группу и участвуй. Всем привет! Вы давно просили сделать подобный ролик, и сегодня поговорим о самых красивых, дешевых unusual эффектах на шапке. Большинство из эффектов, представленных в этом видео, не будут стоить больше 11 ключей за свою самую дешевую версию. Под самой дешевой версией я подразумеваю что-то наподобие роботической шапки на Хэви. Все эффекты я продемонстрирую в игре, так чтобы вам сразу стало понятно, что вам нравится, а что нет. Также сразу скажу, что все эффекты в этом топе расположил, исходя из своих личных предпочтений. Если вы с чем-то не согласны, напишите свою версию топа в комментарии. Ну а мы начинаем в порядке увеличения крутизны эффекта. 10 место занял кружащийся логотип ТФ. Довольно бюджетный эффект, ведь самый дешевый такой сейчас продается за меньше, чем 9 ключей. Представляет собой вращающийся вокруг шапки логотип ТФ, оставляющий за собой довольно длинный след схожего цвета. Этот танжик вошел в список дешевых и красивых, потому что, несмотря на свою смешную, как для Unusual, цену, он довольно сильно выделяется в толпе ярко-желтым логотипом ТФ-ки. По сравнению с остальными кружащимися эффектами, этот выглядит довольно бодро и вовсе не смешно, как тот же кружащийся знак мира или даже огненный шар. Он отлично подойдет начинающему трейдеру или же просто игроку в ТФ2 по соотношению цена-качество. Одним словом, он явно заслуживает 10 места в этом топе, ведь глядя на него, сходу и не скажешь, что он настолько дешевый. 9 место в сегодняшнем топе занимает эффект «Ночной Майами». Самая дешевая версия обойдется вам в меньше, чем 9 ключей. И это не какой-нибудь там пар или демок, это реально красивый эффект, который возможно увидеть даже на крупных трейдерах в комбинации с другими эффектами. Выглядит как вылетающие вверх от шапки лучи голубого, зеленого, желтого и пурпурного цвета, однако все они выглядят довольно тускло, что и обуславливает дешевизну этого эффекта. Однако, я не буду удивлен, если окажется, что для некоторых это их любимый unusual эффект, ведь не все любят кричащие краски, летающие у вас прямо над головой. Это довольно интересный эффект для начинающих трейдеров, ведь на нем можно неплохо выехать, главное только оказаться в нужном месте в нужное время и урвать такой анжик по дешевке. А на 8 месте у нас расположилось сразу 2 эффекта, это убиват и жутковат. Оба из них можно купить за менее чем 8 ключей, что для таких интересных и прикольных эффектов невероятно мало. Выглядят они как пучки молнии желтого и зеленого цветов, они очень интенсивно пульсируют, что несомненно привлекает внимание со стороны. Оба эти эффекта отлично сочетаются с эффектом профессионального убийцы мозговой разряд, с цветами надгробный нарцисс и злобный зеленый, или изумрудная зависть соответственно. Точно скажу вам, что это одни из самых лучших эффектов, которые можно найти ценой до 9 ключей. Из них двух мне лично больше нравится убиват, потому что жутковат выполнен в какой-то раздражающей глаза цветовой гамме, и не лайм, и не изумрудный. На 7 месте в моем топе я расположил эффект под названием яркая плазма, стоимость от 9 ключей. Он выглядит как язычки плазмы ярко-желтого цвета, можно считать бюджетной заменой эффекту солнечные лучи. Отлично смотрится в различных комбинациях с язычками пламени или профессиональным эффектом торнадо мандарин или надгробный нарцисс. Да, и это место занимает только яркая плазма, без его младшего ущербного брата под названием выжигающая плазма, который по сравнению с первым не подходит ни под один существующий эффект, да и вообще выглядит так, будто разрабы ввели его только ради того, чтобы в игре стало больше хреновых эффектов. Кто знает, может быть так и было. А вообще, насколько некоторые из вас помнят, пару месяцев назад я гонял с таким эффектом и удивлялся тому, как я раньше не замечал его красоты, так что и он вполне заслуживает своего 7 места. 6 место сравнительно новый, а по меркам обновления ТФ2 так вообще свежайший эффект катушка Тесла. Можно найти версию ценой меньше 10 ключей. Выглядит как тонкие молнии белого цвета, окруженные пульсирующей светящейся областью, меняющий цвет от фиолетового до йогуртового. Также довольно неплохой эффект, имеющий, правда, небольшой минус. Он в большинстве своем имеет место быть на хэллоуинских шапках, а там, сами понимаете, они довольно уродливые и поэтому стоят копейки. Есть, конечно, и более-менее достойные экземпляры, но за них придется раскошелиться, что не каждый сможет себе позволить. А вообще, это лучший эффект из хэллоуинского обновления 2016 года, так что, в принципе, за свои деньги можно закрыть глаза даже на убогую шапку, на которой он торчит. На 5 место я поставил эффект под названием «Назойливое привидение». Это довольно достойный эффект, как для своей цены, а стоит он за свою самую дешевую версию 11 ключей или выше. Выглядит как не то чтобы кружащиеся, скорее пульсирующие вокруг головы мультяшные привидения зеленовато-оливкового цвета, и выглядят они не то чтобы страшно, скорее наоборот, вполне привлекательно. К тому же это First Gen эффект, что добавляет ему хоть не цены, но веса как минимум. В последнее время ферстгены довольно сложно продаются, но этот эффект в принципе всегда пользовался довольно большим спросом.
Мне лично он не очень нравится, но знаю, что многие трейдеры очень сильно его ценят. Ну и в самом деле, это не какой-нибудь там кружащийся эффект, а довольно солидно выглядящий. На четвертое место я поставил кружащееся сердце. Цены на него начинаются от 11 ключей. Ну, как бы название эффекта говорит само за себя. Это большое кружащееся розовое сердце, оставляющее за собой бледно-розовый след. Выглядит довольно интересно, особенно на тематических сетах типа путисов. Просто идеален для девушек медик мейна, ведь такой эффект покажет вашу любовь к покету, но ради справедливости стоит отметить, что на медик окружающееся сердце стоит невероятных 30 кейев минимум, так что не советую покупать такие эффекты вообще на медика. С другой стороны, они довольно сильно ценятся на шапках для медика, так что тут возникает такая дилемма: потратить много и получить много, либо потратить мало и бегать с шапкой на хэвика. А вообще эффект весьма прикольный, под него просто идеально подходит краска нереальный розовый, и именно благодаря нему можно замутить полностью розовый сет. Тройку лидеров открывает эффект ритмы диска. Начинается от 9 ключей. Да, я знаю, что многие его просто обожают. Выглядит как улучшенная версия ночного Майами, только цвета на этот раз гораздо ярче и привлекательнее. Преобладает розоватый и синий цвета, из которых вылетают салютоподобные шарики схожих цветов. Реально неплохой и красивый эффект, который вполне мог бы занять первое место в этом топе, если бы не кэп 20 кейв, который я поставил. А так, да, из самых-самых дешевых эффектов этот смело занял бы первое место и с этим не поспоришь. Этот эффект имеет, наверное, лучшее соотношение цена-качество на рынке. Это и обуславливает ее популярность и всеобщую любовь. Он вполне хорошо смотрится с любыми комбинациями как unusual, так и профессиональных эффектов, что делает его вполне универсальным эффектом. На втором месте я расположил два эффекта, что символично как для второго места. Это сернистый и фосфористый. Цены на них начинаются от 18 ключей. Да, это больше, чем остальные эффекты в этом топе, однако они и выглядят достойнее. На такие эффекты будут с радостью обмениваться как новички, так и более-менее опытные трейдеры, ведь они выходили ограниченной серии и больше никогда не выпадут. Не трейдеры, а эффекты. Оба эти эффекта являются, так сказать, роботическими пародиями на горящие эффекты, но никак не их замены, потому что они гораздо меньше. Выглядят как чередующиеся полоски с плавающими посреди них кубиками оранжевого и зеленого цветов соответственно. Уверен, как минимум половина из людей, смотрящих этот ролик, даже не знали о существовании подобных эффектов. Как правило, их можно чаще всего заметить на роботических шапках, ведь именно с вводом их в игру такие эффекты и были добавлены. Однако существуют и нормальные версии, только стоят они гораздо дороже. Одним словом, спокойные и красивые эффекты, без лишней броскости, лаконичные и классные. Советую к покупке. И первое место в сегодняшнем топе заслуженно занимают два First Gen эффекта, пурпурное и зеленое свечение. Цены на них не космические высокие, как многие из вас думают, а начинаются всего лишь от 15 ключей. Выглядят как устремленные вверх энергетические сгустки розовато-желтого и зеленовато-голубоватого цветов. Прекрасно подходят под лаймовые или розовые ладауты, как бы сообщество не хейтило эти цвета. За свою цену эти эффекты можно считать своеобразными заменителями горящих, а комбинация этих эффектов создает один уникальный, который я сам умудрился один раз создать, он называется среди трейдеров White Energy, то есть белое свечение на русский лад. Также их комбинацию можно строить так, будто бы это арбузик, вместив зеленое свечение чуть выше пурпурного, но об этом как-нибудь попозже, да и обойдется вам эта затея как минимум в 150 кейв, что не очень-то и дешево. Короче, свечение очень красиво, но по собственному опыту скажу, что очень сильно выдают вас, так что лучше использовать их на классе, который в любом случае активен 24/7, например, на том же скауте. В любом случае, в пределах максимум 20 ключей можно легко найти себе достойный unusual, над которым никто не будет смеяться. Главное, помните основные правила во время покупки Unusual, о которых вы можете подробнее узнать, кликнув где-то тут вверху справа. Ну и как всегда, благодарю абсолютно всех донатящих, ребятки, вы лучшие. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Steam и ВКонтакте, залетайте в Discord. Всем удачи и до связи.